37-летняя Анна Седокова всерьез озабочена повышением иммунитета на фоне пандемии. Певица приготовила один из своих любимых шотов. Анна сделала шот для себя и своего возлюбленного, 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тима. Артистка показала на видео, как пьет этот целительный напиток. Время подумать о себе. Ведь мы всегда знали, что вредно, а что полезно. Я вот всегда хотела готовить дома шоты для иммунитета. Но всегда было не до этого. А сейчас самое время. Штука полезная и очень сейчас необходимая, написала Анна. Она рассекретила рецепт своего напитка, для его приготовления потребуется зелень, имбирь, лимон, три зубчика чеснока, щепотка кайенского перца и куркума. Эту смесь необходимо тщательно взбить в блендере. В Калифорнии такие шотики продаются в маленьких бутылочках в крупных спортклубах и магазинах со здоровой едой. Это немного остро, не B-52, конечно, но по вкусу как острая хреновуха, рассказала звезда. Недавно Анна Семенович оказалась вовлеченной в скандал с бывшим мужем Кати Гордон. Певица заявила, что была недостаточно хороша для Т. Артистка не может встретиться с дочерью из-за коронавируса,